Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Клятва. Сюжет разворачивается вокруг бравого полисмена Тома Хэммонда, который на самом деле ведет двойную жизнь. Блюститель порядка оказывается лидером жестокой группы преступников Вороны, которая состоит исключительно из работников полиции. Но все тайное становится явным, а незаконной деятельности стражи порядка узнают агенты ФБР. Когда дело доходит до судебных разбирательств, Хэммонд проигрывает и попадает в тюрьму на внушительный срок. Но при этом он не теряет надежды выбраться на свободу, чтобы отомстить всем, кто предал его в той ситуации. Полицейский с Рублевки в Бескудниково. Полицейские получили повышение. Отныне Гриша Измайлов – начальник оперов, Мухич – руководитель следственной группы, а возглавляет весь отдел подполковник Яковлев. Радость полицейских быстро проходит, когда они узнают, что работать им придется не в сытой Барвихе, а в обычном московском ОМВД района Бескудниково. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!